Сегодня Азиатский банк инфраструктурных инвестиций заявил, что Совет управляющих утвердил членство в нем Беларуси, Вануату, островов Кука и Эквадора. Теперь общее количество участников АБИ достигло 84. Устойчивое расширение числа наших членов свидетельствует об уверенности международного сообщества в АБИ, сказал его президент Цзинь Литюнь. 4 новых потенциальных члена смогут официально присоединиться к банку после завершения всех необходимых процедур и первого взноса. С момента открытия в январе 2016 года число участников АБИ увеличилось с 57 до 84. Это означает, что сфера влияния организации концентрируется не только в Азии, но и во всем мире. Начиная третий год работы банка, мы думаем о дальнейшем расширении нашего членства и укреплении роли в международном финансовом сообществе, заявил вице-президент и корпоративный секретарь Дэнни Александр. Штаб-квартира Азиатского банка инфраструктурных инвестиций находится в Пекине. Его деятельность ориентирована на инфраструктурное инвестирование и продвижение социально-экономического развития в Азии и за ее пределами. Ранее в этом месяце АБИ одобрил кредит в размере 250 миллионов долларов для проекта по газификации Китая. Еще 335 миллионов долларов пойдет на строительство метро в индийском городе Бангалор.